Барбарис Тунберга, Дартс Ред Леди. А ягоды он будет давать? Будет. Красные ягодки у него, цветет лимонно-желтыми цветами. Будет расти у нас кольцом вокруг красного дуба. Для неискушенных посетителей верхнего городского сада все эти горшочки, кустики, аккуратные туи – всего лишь отдельные элементы пазла. Чтобы он сложился окончательно, нужно, конечно, ждать весны, но эскизы полной картины в дирекции благоустройства уже есть. Над ними поработал ландшафтный дизайнер, так что с майским цветением здесь начнется волшебное преображение. Высаживать прямо сейчас, пока позволяет погода, инициатива городских властей. За период 3-4 ноября будет высажено порядка 30 крупномерных деревьев и свыше 700 единиц различных кустарников, в том числе сирени, гортензии, спиреи, кизильники, барбарисы и так далее. Говорим про скальники. В данном случае у нас приживают скальники и можжевельники. Действительно, ярким примером это может стать дворец торжеств на Московском, где за полтора года у нас можжевельники разрослись более чем в 3 раза по своей ширине площади. То есть они будут переплетаться между собой? Да, да. Они разрастутся. Это будет большой зеленый треугольник с желтыми цветами. Этот будет зеленый с желтыми цветами. Так, вот этот будет тот желтый, тот желтый. Там будет красный круг, там будет красная стрела. А там где спирейки будет желтый треугольнички. Экономить на красоте городские власти не стали, доверились профессионалам из дендроусадьбы в Рыбновском районе. Свои ветви в парке уже раскинули плакучие ивы, осваивают грунт трехметровые канадские ели, приживается черемуха. Но это только начало. Обычно строители экономят на этом, их сажают прутики. Здесь же радостно то, что сажаем деревья 3-4 группы и кустарники не голым корнем какие-то маленькие, а полноценные кустарники C3, которые продаются в тех же самых садовых центрах для частных покупателей. И также мы отправляем в города, в том числе Москву, на озеленение. Здесь вот, допустим, сидели сирени старые. Вот, и мы их позавчера удаляли. К нам подбежала толпа местных жителей. Вот, начали возмущаться, но потом Денис с ними пообщался. Вот, они говорят, а что вы удаляете? Он говорит, не вписывается в новую концепцию. А что здесь будет? Вот, он показал эскиз, все им объяснил, без вопросов ушли. Всем нравится то, что есть какая-то идея, не какие-то стихийные посадки. Кизильника пока что здесь будет больше всего, около 300. Еще 400 с лишним единиц кустарника добавят на следующих выходных, если позволит погода. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».